Капец. Телефон нас страшно брать, да, или звонит? Ну, наверное, не знаю. Что там глубоко, интересно? Да. Там да. Глубоко. А? Да, да. Рыбу же там ловят постоянно. Ушли. Там рыбу видно, прозрачная вода. Да? Дай телефон. Я там сниму. Видишь, я не уроню телефон. Ради вас я это снимаю. Блин. Ну и чё, деревяшка? Идем. Да тут мелко. Зато камушки вон такие. Во. Как на реке Нил. Почти. Представьте, что это вы так гуляете. Смотрите, как классно. После дня рабочего или полудня прозрачная вода. Доктор молодец, воду пьет. Ты тоже попей. Пьет. Пей, пей, не бойся. Водичку. Вот. Ну что такое? Идем. Там Сашка стоит, смотрите, красивый какой. Идем, идем. Да не бойся, там птички. Напиться все доктор не может. Летает. Ворон. Он летает, а тут у нас курочки. Он прям над фермой. Марик, не ходи туда! Блин, Лана опять змею убила. Ой. Ой, я боюсь. Лана! Ну, молодец. Один раз она убила змею, когда она у меня вот так вот прям из-под ног вот так вот выползла. И Лана 3 метра прыжком взяла змею, прям в ногах у меня схватила и убила ее. Я так испугалась змеи. Ой. Ну, что делать? Ее нельзя за это ругать. Это ее работа, она охраняет. Это правда вроде ужик, но а что ей объяснишь, что нельзя ужа трогать? Нет, не объяснишь. Она уже умерла. Это уж походу опять. Ну а что делать-то? Че они сюда? Мышей ловят, что они тут делают? Я не знаю. Не знаю. Ну, маленькие вообще, да? Слушай, ну надо погулять с ней, а? На речку сходить. Пока у нас сенокос был, не гуляли они. Но Лане особенно очень нужна разгрузка. Поэтому я, конечно, иду гулять. Лана, а кого нашла там? Марик тоже отдыхает. Ну, ему такой необходимости нету. Психологической нагрузки, психической. А Лане прям, ей нужна вот прогулка, усталость. Ну, я вам это уже рассказывала. Из-за особенностей ее породы нельзя ее ни на цепь, ни надо ее нагружать. Пошли, Лан, вперед, пойдем. Вперед, давайте. Ну, у нас вот там вот участок за дорогой. Вот там можем скосить. Ой, ветер.
И еще вот здесь вот вдоль реки мы обычно косим. Мы даже здесь не ворошим. Тут не так много, но все равно. А мы даже косим не то, что на сено. В прошлом году мы вообще скосили, даже не собрали. Потому что ходить там опасно. Там растения, которые вызывают ожоги. Если сейчас я их найду, я вам покажу. Причем они вызывают ожоги не только у нас, но и у животных, и у лошадей, и у собак. Я люблю ходить с Ланой к реке, чтобы она купалась. И то есть я в прошлом году так сильно обожглась, у меня до сих пор шрам. Сейчас я вам попробую показать. Вот. Видно, нет? Вот. Вот у меня шрам, ему 2 года, и он вот начал только вот покрываться загаром. Вот, вот такой вот большой шрам. Было очень больно от этого растения, от пастернака лугового. Попробую сейчас найти. И вот этот пастернак, он растет прям вот так вот вдоль деревьев. И мы, в общем, косим, чтобы было удобнее ходить и не наступать на этот пастернак. Тут тоже, конечно, такая высокая трава. Лошади здесь мало едят. Но косить мы здесь не будем, потому что здесь так много муравейников, что Саша просто сказала, ты сломает косилку, мотоблок. В общем, здесь осот, или как он называется. Не будем мы здесь косить. Шмукай. Ой, хорошо, как, да? Как хорошо. Ой, хорошо, как. Тенечки. Красиво тут. Ветки, правда, попадали, но можно почистить. Звуки приятной воды. Лана! Ланочка купаться любит очень сильно. Воду любит. Хорошо. Ланочка, в общем, пошла в заплыв. Хочет поплыть, но что-то переживает. Вперед, вперед, Лана! Лана, вперед! Вперед! Давай, давай! Лана, вперед! Искать! Искать! Искать, Лана! Все. Хочет поплыть, но вот, видимо, в этом месте глубоко, она боится. Ну ничего, она плавает, когда хорошее настроение. Иди, иди, Лана, я поснимаю, как ты плывешь. Иди. Марик туда не пойдет. Борзуй, на максималках она похожа. Ну, потому что Марик ее, конечно, тренирует. Да, Марик? Все, пошлите, я уже этот. Пошлите, все. Ищет, ищет кого-то. Я все хочу заснять, как она прыгает. Смотрите, пустырник. Собрать, что ли? Да что-то. Напряжение какое-то у нас в стране. Пустырник надо всем пить. Слушайте, уже собирать, наверное, надо пустырник. Почему бы не собрать? Еще какие-то красивые такие цветы. Мы домой собираем цветы и ставим в вазу. Надо будет, наверное, такие собрать. И поставить. Ну, какие хорошие вообще. Все, Лана, пошли. Все, хорош. Свои дела у нее. Ну, вот так бегает. Марик обычно всегда рядом. Далеко не уходи, Лана. Смотрите, какую композицию мы собрали. Не знаю, как они называются, понятия не имею. Очень красивые. Теперь вот это вот можно поставить дома в вазу. Я обожаю очень полевые цветы. Сейчас лето. Ой, упала. Сейчас лето, всем советую собирать и ставить для настроения. Особенно парням.
мужьям, собирать своим женам. Ну, какая красота. Кстати, очень вкусно пахнет. Прекрасно пахнет. Ну, вот он, во. Вот он, пастернак, вот. Вот он, зараза. Вот он обжигает сильно. Это кто такой летает?